Обзор на корм для собак мелких пород Nature's Protection с ягнятиной 1 кг. Специально для 7745BY. Данная пачка корма была приобретена в данном интернет-магазине. Она содержит ровно 1 кг корма. Я выбрала с ягнятиной, однако содержится такой же пакет на сайте и с курицей. Посмотрим на состав. Значит, приведен состав подробно на русском языке. Указаны витаминные добавки, которые содержит данный корм. Основные части корма. Также приведена информация о нормах кормления в зависимости от веса вашей собаки. Четко указан срок годности, а также дата производства. Вот здесь указан производитель. Как мы видим, это у нас Литва. Так. Дальше производитель заявляет, что данные витаминные добавки, содержащиеся в корме, оказывают положительное влияние на шерсть и на кожу вашего питомца. Также данный корм препятствует возникновению зубного налета и предотвращает кариес вашего питомца. Производитель указывает, что данный корм подходит любым собакам от 1 кг до 10 веса. Данная пачка была приобретена на сайте интернет-магазина 7745BY. Я считаю, что для данного корма отличное соотношение цены и качества, что корм, в принципе, импортный, содержит определенную долю мяса. Конечно, его нельзя отнести к линейке премиум-класса, однако он вот содержит 18% ягненка, и помимо этого, только не указано, сколько процентов, там содержится и рыбная мука, и мука животного происхождения. Мы видим вполне себе обычный состав для обычной эконом-класса корма. Однако моему питомцу данный корм нравится. Я считаю, что это хороший выбор для разнообразия. Поскольку мой собака привереда, он любит постоянно менять каждый раз после окончания каждой пачки на новую пачку корма совершенно другой марки, чтобы не приедалось, то я считаю, что это вполне приемлемо себе взять как раз-таки небольшую килограммовую пачку, чтобы он ее съел, а затем уже поменять на какую-нибудь другую. Вполне возможно, следующий попробуем с курицей. Поэтому, в принципе, рекомендую покупать данный корм. Если у вас мелкая собака, чихуахуа или тойтерьер, очень удобные гранулы, легко раскусываются, легко и разжевываются, и собаке вполне удобно.